Девочки, всем огромнейший привет! Мы с Ревазоном едем сегодня, точнее уже приехали, на BMW Fest. И мне прям захотелось взять вас с собой, показать вообще, что, к чему, куда и как, какие автомобили будут на этом фесте. Я была вообще инициатором этой поездки. Мы преодолели на данный момент путь в 4 часа от Обнинска. Это деревня или город Яхрома, честно, не знаю. Я, конечно, в огромном предвкушении, потому что я безумная фанатка BMW. Для меня прям мне только дай, не могу. Поэтому сейчас доедем до конечной точки, обязательно вам будем все показывать. Возможно, даже Реваз сделает вам подробные обзоры на некоторые автомобили, которые нам будут интересны или, в принципе, будут находиться там, потому что он, конечно, сможет дать наилучшие характеристики автомобилю, нежели чем я. Поэтому желаю всем приятного просмотра и рекомендую к просмотру данный видеоролик на пару, например, со своим молодым человеком. Мы уже дотопали до места проведения мероприятия. Красота! Вообще, я в восторге, мы пока шли. Уже я увидела столько красивых, просто наикрасивейших машин. Как тебе? Я думаю, я здесь на Мерсе вписался. И благодарю. А мы все здесь, давайте поаплодируем. Это моя будущая, друзья. Какая она нижнятина. Здравствуйте, видно? Видно, что еще раз награда вас настигла. Шестой раз, да? Вот вообще, так, друзья, какая это нежность, я не могу, я под огромнейшими впечатлениями. Ревазона потеряла уже, столько красивых бибик, невозможно. Возьмем вас на, ну, на обещание, на честном слове, так сказать, пока верим. До встречи, спасибо. А ну туда идем. У меня просто истерика с этих розовых автомобилей. Это вот это, вот, девочки, это моя мечта, тебя, она наяву. Как зовут тебя? Друзья, честно, я под огромнейшими впечатлениями, потому что я никогда не видела столько количества офигительных автомобилей на один квадратный метр. Это просто вау. Сейчас я похожу, везде все посмотрю, максимально интересные экземпляры покажу, но их просто невероятно огромное количество, и ребят, класс, я просто вот так вот, секунду, он врывается, у него что-то есть, внимание, что там, больше миллиона, вот. Ну и как вы думаете, фанат старых автомобилей куда меня привел? Куда? Это даже, наверное, вообще не удивительно. Мы прошли все самые заряженные, взорванные тачки. Да, я их на работе. Будь здоров. Я их все на работе видел, заряженные, взорванные тачки. А он говорит, а больше всего восторга и эмоций у Реваза вызывают вот такие вот автомобили. Некрасивый. Это болезнь. Некрасивый. Посмотрите, как это мило. Это когда машина едет, у него крылышки поднимаются. Вообще прелесть. Но на желтых фарах это, конечно, огнище. И тут же мы добрались до зоны дрифт-такси. На самом деле, я безумно хочу. Прям безумно хочу. О! Девчонки, если честно, как-то не впечатлило от слова совсем дрифт такси. Круг меньше 10 секунд. Ну, не знаю. Мне кажется, что мы сможем в Москве найти что-то похожее, но только просто не тут. Заводим такое. Ну вот. Самое первое. М8. Вообще, просто они с глазками, смотрите. Давай, как мило. Да я не с тобой, давай. Реваз, конечно, вообще под огромнейшими впечатлениями.
реально от старых машин. Ну, на то он и владелец старого автомобиля. Это не М8, это 850. А что ты сказал мне тогда 8? Я сказал восьмерку. Но? Но. Первая восьмерка. Что смотри, скажешь про них? Пистолет лежал, да. Моторола и пистолет. А это родной телефон от них. Да? Прикольно. А вот тут у машины дверка просто опускается вниз. Обалдеть. Такой лягушонок, да? Да. Но она выглядит, я не знаю. Скажите, что не одна я умею определять добрую и злую машину по фарам. Но вот она выглядит очень упоротой. Вот это чисто черный. Ну да, она красивая. И салон очень красивый. Пойдем нарисуем. Тут такой вот интересный вариант. Сейчас будем рисовать. Что? Я прошу прощения, кого из вас Ревас зовут? Ревас? Да. Это BMW, вот, но он где-то здесь ходит. Я помню, просто меня тоже зовут Ревас. Юрий, вас тоже считает, что BMW Mercedes лучше. Но он сам на BMW. Нет, мне просто... Представляете, мы сейчас с Ревазом стоим, и перед нами пара пишет текст, Ревас говорит, Mercedes лучше всех. Лицо Ревазы представили с тем, что это слишком редкое имя, которое вообще не встретить. Я пока его не узнала, с ним не познакомилась, вообще не знала, что такое существует. О, ты какой милый у меня! Девчонки, мы такое место нашли. Тут, короче, всякие аксессуары, всякие приколы, всякие вот вонючки в машину, прикольные наклейки, брелоки. Вообще. Сейчас будет обзор, покажи, что взяли. Итак, внимание, не иди на меня, пожалуйста. Мы взяли вот такие вот три наклеечки нам на банковские карты. Поверни туда карту. Это что? Это, воняет? Ну, это резина вкус. Реально? Да. Это вот так вот происходит сожжение резины? Да, да. А как он потом уедет? Нормально. Забода останутся какие-то. Пойдем попить возьмем и рассказывай, на. Взяли вот такие вот три наклеечки на банковские карточки. Уж больно мне понравились. Это как аффирмация. Забирай их, покажу остальные. Себе на iPad взяла вот такую вот бибику, тоже, знаете, в качестве аффирмации. Это машина, которую я себе обязательно куплю в ближайшем будущем. И мой гений, миллиардер, филантроп и плейбой в своем репертуаре. Мы решили чуть-чуть охладиться, взять по напитку, посидеть в теньке, потому что я вообще, не знаю, вспотела как слон. Мне нормально, мне это не нравится. Даже я типа на всех вокруг смотрю, и такое ощущение, как будто вспотевшая только я. Мне приятненько. На секундочку для понимания, насколько мы с ним обожаем есть. Мы позавтракали дома. Ревас поднял меня, сказал, готовь завтрак. Мы по пути покушали в Макдональдсе. Это не считается. И сейчас кушаем тут. Ревас взял нам шашлык из индейки, лепешку. Чувствуется, что не самое свежее. Лук, соус, салатик и плов. Плов, кстати, девочки, отменный. Тебе вкусно? Да. Я люблю такой. Вот самый как будто бы простой, но самый вкусный. Честно, прям полнейший кайф. Очень вкусно. Прям очень. Тебе тоже нравится все? Мне понравился и плов, и мясо. Я вообще вот к такому подобному стритфуду отношусь всегда, типа, ну... А тут, на удивление, прям оказалось
очень вкусно. Все. Кроме вот этих вот напитков, которые мы взяли, потому что они, конечно, вообще от слова совсем ни о чем. Да-да-да. Покушали, а тут уже АК-47 и их выступление. Сейчас будем смотреть. Но, правда, я боюсь, что YouTube даст мне авторские права, поэтому, возможно, я сделаю пару вставочек без звука, либо его изменю, потому что, правда, меня уже достали блокировки концертов. Так, ну что, продолжаем, да? Вообще ржака, да? Ну, нормально. Давай. Концерт подошел к концу. Сейчас хочу еще походить, посмотреть, подснять что-нибудь интересненькое для вас, что здесь вообще есть. И будем потихоньку выдвигаться домой. Меня, конечно, до сих пор бешено удивляет огромнейшее количество просто наикрутейших тачек. Посмотрите. Особенно она. Это вообще что за расцветка? Я надеюсь, камера хотя бы чуть-чуть передаст вам всю вот эту вот красоту. Кстати, Ревас рассказал мне о том, что вот эта супер редкая тачка, их всего 350 штук. А это одна из них. У нее карбоновый капот. Это невероятная красота. И мне вот эта вся история настолько сильно близка, настолько сильно нравится. Я не могу. Полный кок, девочки. Я, конечно, попросила у Реваза, чтобы он сделал там 1-2 обзора на автомобили, но он без сил, он устал, потому что мы действительно ехали сюда 4 часа, плюс тут еще очень сильная жара, и мучить, дергать его особо не хочется. Поэтому такая вот история. А еще вообще нормальное желание. Я хочу себе, девочки, футболку BMW. Я смотрю, все в них ходят. Это на самом деле так стильно выглядит. Типа прям, ну вообще норм. В рубрику луков в моей телеге впишется, я считаю, отлично. Внимание. Вообще. Девочки, я прям правда хочу себе сделать вот такой вот подарок. Это прям так красиво, а главное, типа, очень символично, как мне кажется. Только без кринжа, просьба. Такой вот постер еще. Кстати, футболки вообще по супер адекватной цене. Я Ревазу говорю, давай купим, давай купим. А он говорит, не хочу. М8, просто дос. За что? М8 просто невероятная. Я прям правда от нее не отхожу. Просто посмотрите на то, как она выглядит на солнце. Скажи, очень интересная расцветка. Ну да, блин, мне такое ощущение нравится. Реваз говорит, Люб, ну М8, ну мне не особо. Посмотри, вот это вот стиль. Это охрененно. Реваз говорит, Люба, вот эта машина, которая сзади, вообще пиздец. Люба тем временем, о, М8. Это обычно, ее каждый достать может, а вот такую. Ну слушай, я первый раз в жизни вообще такую вижу. Да. Ты тоже? А что это? Радуга победитель, приветствую тебя, поздравляю сразу. Давай спросим. Как тебя зовут? Вадим, расскажи нам что-нибудь про... Блин, ну она вообще прям хайп. Типа я, может быть, сама даже на такой каталась бы, а? Просто Ревазина Сигма Фейс. При виде старых тачек я не могу. Блин, расскажи вот то, что за тема радио. Это кстати такое радио, да? И это, она, конечно, бесподобна. Я не могу, я на нее целый день смотрю. Это не хуйня, Реваз. Она мне очень нравится. А посмотрите на цвет этой машины.
под солнцем. Это что? Это BMW семерка. Диски, но на самом деле отдельно от этого цвета они были бы не очень, но тут так подобраны идеально, что выглядит просто роскошно. Мы, конечно, в шоке. О-оу! Альпина. Где Альпина твоего? Это хуйня. И вот эти розовые просто взорванные. Это девочка еще за рулем. Посмотрите, какая прелесть. Почему она, а не я? А вот эта вот бежевая, она под цвет моего образа сегодняшнего. Прям, сука. А вот эту машину Ривазон пообещал мне когда-нибудь докупить. Но она мне нравится, я ее уже люблю. Вот, ну, вот такую обещаешь? Я бы тебе купил. Пообещай, скажи ему за... Вот за... такую. Ну нет, Ривазон, ну пообещай, скажи подписчице, я обещаю купить Любе. Посмотрим. Приятно глазу посмотреть. Я уверен, такую точно не куплю. Почему? Нахуй тебе им 4 раз биться нахуй надо. Ну такого цвета, чтобы она хотя бы так она же выглядела. Она в пленке. Скажи, куплю. Просто куплю. А мы встречаем нового победителя. Кто-то более мудрое из тех лет, Почи-почи. Пойдем под капоточку Альпины посмотрим. Ой-ой-ой. Вот это тоже вот это. Вообще взорванная. Про эту машину я уверен, что истории связаны с ней достаточно. Видишь, первый номер зачеркнутый, второй номер набитый. А почему так? Она была обычной пятеркой гражданской. На моторе там, я не знаю, 4.4 или 4.8, что это, рез 4.4.8. И ее берет компания Альпина, стоковая, и да, оснащает полностью, и вбивают свой VIN-номер с своими запчастями, которые сюда устанавливают. Реально? Прикол. Это уже, грубо говоря, не BMW, это уже прямо, ну, говоря, Альпина. Блин, вот та восьмерочка еще тоже вообще. Мне очень-очень сильно нравится, когда на М8 и на М4 ставят желтые фары. Это выглядит просто безумно дерзко, красиво и вообще секси. Ривас говорит по-прежнему: Люба, посмотри. А Любу вообще в другую оперу внесет. На секундочку, вот эти тачки стоят дороже новых. Это просто, чтобы вы знали, подписчики. Она собиралась 2.5 года. Вот. Соответственно, она старая, ей все простительно, ей 40 лет. Какого года? Она 82-го, по-моему, плюс-минус. Надо посмотреть в эстетике. Друзья, я думаю, что... Приятная машина, черт побери, а вы чего не аплодируете? Дышит, сама присела, чтобы легче было выходить. Девочки, тут написано Stone Island. Это вообще прикол. Я хочу сделать фотографию с этой тачкой, потому что она очень подходит под цвет моей футболки. Я лично в очередной раз удостоверилась в том, что у меня самый лучший мужчина вот просто на планете Земля. Вот просто вот если, я не знаю, за какие вот хорошие дела мне Бог его послал. Ривазон, ты правда, ты... Если ты это вырежешь, я тебя убью. Я это не вырежу, я это хоть на промотку поставлю. Девочки, вы не представляете, какие фотки он мне сделал. Все, чтобы в премьюшке было. Это просто невероятно. Он умеет меня реально фотографировать. Я реально понимаю, что я выучила не просто так. Что вот эти вот 4 года, что мы вместе, они не прошли зря. Мало того, что я безумно благодарна Ривазу, я уже сказала, за то, что он меня сюда привез. Потому что для меня очень важна визуализация того, чего я хочу в жизни получить. И я смотрю, меня это наполняет, меня это питает. Я действительно понимаю, к чему я хочу стремиться. Какой подарок я хочу получить от любимого. Я уже выбрала себе автомобиль уверенно, точно. И я прям понимаю, что да, это очень круто. Это очень круто. В принципе, в очередной раз я понимаю, что автомобильное комьюнити — это просто вау. И сейчас постепенно будем выдвигаться в Обнинск.
покажу вам распаковку, которую я вчера сняла наших новых вещей. Блин, у меня прям эмоции. Особенно круто было закрепить это реально классными фотографиями, чтобы я была самой счастливой на свете. Девчонки, я прям пересматриваю фотки, которые мне сделали вас. Это нечто. Можете зайти оценить их в моем инстаграме. Сейчас мы уже через час будем дома. Честно, сегодня какой-то день просто безумный в плане еды. Я как будто ем, не наедаюсь. Хочу еще, 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 еще. Но понимаю, что раз хочу, нужно кушать. И хочу я гадости всякие сегодня. У меня вот, знаете, всегда так, когда я еду в Москву, я сразу понимаю, что нормальную пищу я не буду есть. И тут даже не дело в том, что можно что-то попроще найти в ресторане, потому что это все очень калорийно, очень жирно. Поэтому отрываюсь. В Обнинске же я придерживаюсь реально чистейшего питания с повышенным содержанием белка, чтобы в идеале белок у меня превышал жиры и углеводы. Вот, поэтому сейчас заедем еще раз в Макдональдс. Хотя Ревас говорит, что не хочет, может быть, в другое место заедем. Только у нас сейчас по пути в Макдональдс. А, ну вот, мы уже, кстати, поворачиваем в Макдональдс. Приедем домой, будем клеить наклейки на карточки. Плюсом я сделаю вам вставку с нашими покупками. Делали Ревазу шопинг. Прям вообще, друзья. Я очень довольна сегодняшним днем. Про фотки напоминаю в Инстаграм. Ну и в тележку их тоже залью. Куда вам удобнее, в общем-то. И честно, в какой-то степени я пришла к мнению о том, что еда — это, по сути, то, что должно приносить мне удовольствие. И как фастфуд, и как, да, принято называть здоровая пища, она приносит мне удовольствие одинаково. Поэтому я без вопросов себе позволяю, прям при условии, что реально буду отрабатывать, и мое правильное питание преобладает в фастфуде. Как правильно сказать? Вообще, что сказала, не поняла. О, капец. Чабаты, да, есть? Я на десерты смотрю. Верно? Заказик просто толст. Давайте сейчас это отсканируем. Внимание. Мы буквально как будто бы, знаете, питаемся, что ли, каждый день. 2000 бонусов. Вы сейчас просто с моего заказа упадете, поэтому если стоите, лучше присядьте. Да ты не меня, себя снимай. Нафиг, давай ты диктуй. Нет, себя снимай. Чиабатта с кинцом, чиабатта ветчина, сыр, айс делюкс, шоколад, карамель, дополнительный карамель, дополнительная шоколадная крошка, 2 двойных чизбургера, 2 лимонада капри, чизкейк клубничный, креветки 9 штук, соус еще островов. Наггетс 4 штуки, соус кисло-сладкий. Друзья, это наш пятый прием пищи за день. Какой пятый? Четвертый? Ни хрена, четвертый. В общем, друзья, мы сейчас с Ревазом забрали 2 огромных мешка с едой. И переглянувшись, поняли, что это ненормально. Мы везде просто постоянно заказываем какое-то неадекватное количество еды. Мне кажется, сегодня я поела на 1006 калорий, если не больше. И спор заключается в следующем. Мы договорились, что целый месяц я готовлю нам еду дома, и мы не можем питаться нигде, кроме домашней еды, за исключением моей и его бабушек. Все. То есть, в чем заключается суть спора? Например, если Ревас ест за этот месяц не дома, он должен мне Apple Watch Ultra. Если я ем где-то в этом месяце не дома, я должна ему Apple Watch Ultra. Такая вот тема. По-моему, мотивация отличная, будем этому следовать. Поэтому в ближайшие месяцы без обзоров ресторанов. Растягиваем удовольствие, кайфуем в последний раз. Но мы прям настроены решительно. Честно, я прям вот держу слово, что я буду честна максимально. Моё любименькое, второй раз его за день ем. Ай, тут еще куча еды. Сегодня у нас был шопинг для моего парня, что очень странно, потому что делаем мы это слишком редко, а точнее никогда. И странно, что это вообще не мой шопинг. Но на самом деле
Ему правда пора обновить гардероб, чем мы и занимались сегодня. Я хочу вам сделать быстренький обзор. Вот такие вот у нас пакетики. Честно, я была более чем уверена, что сегодня мы мне вообще ничего не купим, потому что шопинг предназначен был не для меня, и так было бы на самом деле максимально честно, но у меня самый лучший мужчина на свете. Без подарков он меня не оставил, поэтому предлагаю начать с моих покупочек. Итак, Реваз сделал мне подарки в Лакосте. На самом деле... Я прям, правда, для меня это было супер неожиданно. Первое, это вот такая вот футболочка в зеленом цвете. Как говорит моя подруга Лиза, Люба тебе под глаза. И, кстати, реально, только в последнее время я стала позволять себе надевать вещи не белого, не черного или не серого цвета. Я не знаю почему, но... Мне это нравится. Правда, цвет обалденный, возможно, даже камера не передаст его таким, какой он есть на самом деле, но фоточки в этой футболке можно в скором будущем наблюдать в моем телеграм-канале, инстаграме и на всех моих интернет-ресурсах. Я прям вообще от нее в восторге, взяла померить. Она села точно так же, как Skims, типа, очень секси. И даже у Skims есть точно такая же расцветочка, поэтому я прям в восторге. Еще вот этот милый крокодил. Супер. Просто вот. И точно так же, посмотрите, какую милейшую штучку он мне купил под эту футболочку, точно такого же цвета. Это резиночка для волос, тканевая. Прям вообще в комбо, либо вот так вот на руку нацепить, как типа аксессуар, можно сказать, либо прям завязывать волосы в комбо с этой футболкой, в комбо, как будто о косметике говорим, ну вы поняли, прям. Следующие покупки в Лакосте, это уже покупки Ревазом. Сейчас вам быстренько покажу. Честно, я вообще в восторге от того, что мы ему сегодня купили, потому что до этого у нас тоже был день шопинга, но он был абсолютно неудачным. Мы не купили ему абсолютно ничего. Просто от слова совсем. В мужских магазинах нет нормальной одежды. И я считаю это действительно абсурдным. Потому что, придя в женский отдел, пару вещей да можно найти и прям спокойно купить, как бы вообще не задумываясь. У меня вопрос к моей женской аудитории, если кто-то вдруг смотрит из мужчин. Где вы покупаете мужскую одежду? Где вы одеваете своих мужчин? Чтобы это выглядело красиво. Я буду очень благодарна за любые ресурсы. А сейчас... Продолжим распаковку. В общем, это вот такие вот обычные шортики мужские. Они очень легкие, летние. Тут тоже логотип небольшой. На самом деле мы не сильные логоманы, потому что в какой-то степени я считаю это моветоном. Поэтому очень скромно, очень красиво, очень сдержанно. Все в стиле Реваза. Может быть, даже как-нибудь покажу вам на нем. Он сейчас приедет скоро домой, может быть, примерит, и я прямо его подсниму. Далее, обычная базовая футболка, тоже Lacoste, в размере L. Она обалденно на нем сидит, и я прям вот от этого лука просто в восторге смотрела на него, думала, боже мой, почему так красиво? За что мне такое? Обычная унисекс-футболка, очень классная, очень стильная, все, больше нечего про нее добавить. Ну и трусы, классные трусы, обычные, в красивых расцветках. Предпоследний пакетик у нас Armani. Очень мне понравилась эта футболка, я прям Ревазы зафотала в ней в примерочной. Мы были за эти два дня в 4 магазинах Armani, вообще ничего нет, хотя я очень люблю, как этот бренд выглядит на нем. Мне кажется, Ревазы можно спокойно делать амбассадором, знаете, типа, у меня Armani, в принципе, ассоциируется только с нерусскими чуваками, и мне кажется, что вот этой кавказской эстетики это безумно идет и подходит, и все. Этот бренд создан только для нерусских мужчин. Ну ладно, если без шуток, то вот такая вот футболочка, она, по сути, обычная, примитивная, но из всех это был самый адекватный принт, что вот смотришь и думаешь, надо брать. Такая вот прелесть.
Ну и последний пакетик, это Томми Хилфигер. Я на самом деле очень сильно затупила, потому что хотела показать вам. Тут мы взяли Ревазу шлепки на грядущий отпуск, на лето. Очень удобно, комфортно. И трусы. Все. Как-то так. И на самом деле я очень довольна. Нам осталось купить ему еще буквально там пару джинс, пару кроссовок. Тоже вот момент с кроссовками, девочки, это какой-то ад, потому что абсолютно нигде нет классики. Только какой-то вот, знаете, либо супер перебор, либо супер вообще не та опера, что нам нужна. Поэтому я реально буду бесконечно благодарна. В Армане ничего интересного, нигде нет ничего интересного. В общем-то, вот такой вот покупочел у нас получился. Вообще не понимаю, что у меня с головой сегодня, волосы не выпрямляла. Решила показать вам футболку на себе. Даже несмотря на то, что она действительно стоит дороже, чем Skims, она, конечно, оправдывает полностью свою стоимость. Потому что очень много я видела фотографий в этих футболках и так далее. Выглядит она, конечно, безупречно. Я правда в восторге. Теперь уверенно знаю, что возьму еще и в розовом цвете, и вообще во всех расцветках хочется и сразу. Супер базовая, классическая, стильная вещь. Ну и резиночка, конечно, тоже. Супер милая. Благодарю за то, что досмотрели этот ролик до конца. Совершенно забыла снять окончание этого видео. Также хочу напомнить о том, что ссылка на женский чат и на все мои социальные сети находятся в описании под этим видео. Всем еще раз огромное спасибо. Всех люблю. Всем пока-пока.